Чуриватс – это отвесная скала высотой 1626 метров в каньоне реки Тара. Виды отсюда захватывающие, как будто ты в живых фотообоях. Вообще, панорамных пиков в каньоне Тары много, но Чуриватс самое доступное, поскольку можно доехать на машине. Из центра Жаблика расстояние всего 8 километров, ехать будете минут 20, поскольку дорога узкая, хотя и асфальтированная. В конце асфальта вас ждет импровизированный паркинг на поляне. Летом здесь стоит рейнджер и собирает по 3 евро за билет в нацпарк Дурмитор. Но если вы посещали Черное озеро, то покажите ему этот билет, и вы избежите двойной оплаты. На сам пик скалы есть пара тропинок. Одна начинается у паркинга, где забор, а вторая немного раньше в лесу. Она более дикая и бесплатная. Кстати, раньше недалеко от паркинга стояла панорамная лавочка, и все ходили максимум до нее. Но в 2021 году она то ли сгнила, то ли ее унесло ветром, но исчезла. И еще дам совет. По дороге на Чуриватс обязательно остановитесь в этом шикарном лесу. С июля по сентябрь здесь можно пособирать ягоды и грибы. Там целая семья. Это у нас урожай на варенье. Кстати, клещей здесь замечено мной не было, а комаров достаточно мало, так что прогулка будет комфортная. И если на пике Чуриватс туристы бывают ежедневно, то в низине каньона Тары полная противоположность. Там находится село Тепца. Кажется, что это райский затерянный уголок в сердце гор. Раньше здесь жило до 500 человек, но а сейчас круглогодично не более 40, и то, наверное, стариков. Школа уже не работает, а здание ее я нашла в печальном состоянии. Вот эта школа стоит посреди склона, то есть и слева, и снизу можно было прийти детишкам одинаково. Здесь висит Вук Караджич, создатель сербского языка, вернее, сербской азбуки современной, и Петр Петрович Негош, черногорский поэт-владыка. Видим доску, журнал есть. О, оценки. 55-й год, точно. За 78-й год тоже дети учились. 3-4 класс. И народные герои Югославии из Дурмиторского područа. Шумит река, родник. Ну а я пришла к церкви. Всегда вокруг церкви в деревне есть кладбище. И кладбище всегда расскажет намного больше, чем интернет. Особенно в маленьких деревнях. В давние времена черногорцы бежали сюда от турков. Плодородная равнина среди огромных скал с рекой Тара спасла им жизнь. В этом удивительном климате для нацпарка Дурмитор сегодня поспевают не только яблоки, сливы и груши, а еще и помидоры и виноград. Также жители Тепцы живут скотоводством, пчеловодством и разводят форель на фермах. Жизнь кажется райской. Но есть несколько «но» в этой райской жизни. Это отсутствие асфальта, разрушенный мост на реке и закрытая школа. А значит, ни туристов, ни местной молодежи. 40 лет власти Жаблика обещают проложить асфальт. Всего до Тепцы 18 километров, но последние 10 доступны на джипе или квадроцикле. Я покажу наш путь схематически. Мы поднимались от деревни до паркинга Чуриватс, и расстояние 10 километров мы ехали 1 час. Главной изюминкой Тепцы, как по мне, является подвесной деревянный мост. Он появился на Таре задолго до знаменитого моста Джурджевича. Служил переправой торговым караванам, ну а в наше время любителям хайкинга и рафтинга. Такая тропа тут к мосту. Мост был разрушен бурной рекой пару лет назад, а денег на восстановление у властей снова нет. Но я очень надеюсь, что изоляция Тепцы скоро закончится. Ведь это настоящее сокровище каньона Тары, как и сам пик Чуриватс. И Тепца обязана стать туристическим раем в нацпарке Дурмитор.